Всем привет, дорогие друзья! Привет, Сэм! Суббота вечер, 7:30 вечера, еще светло, ладно, солнце уже зашло. Но мы сейчас едем домой, немножко отдохнем после работы и потом поедем в центр кушать мороженое, пиццу, в общем, все самое вредное, что можно делать в субботу вечером. Ну а сейчас едем немножко отдыхать. Айхан, ты устал? Очень. Устал очень? Вот такая у нас дорога до дома, мимо магазина Шок, мимо магазина Бим. От офиса мы живем недалеко, примерно в 10 минутах езды. И в основном ездим на мопеде. В нашем районе расположены в основном вот такие вот старые турецкие дома, но они мне очень нравятся. Также, видите, проезжаем мимо магазина А101, где мы снимали. В него мы тоже иногда ходим. На этой улице также расположено много кафешек, есть зоомагазин, парикмахерская, различные маркеты, есть отель. И в основном этот наш район, он такой достаточно зеленый, находится в центре Алании. Вот один из отелей. Здесь также есть отреставрированный старый турецкий дом. Вот такой вот классный, в нем бы я с удовольствием жила. Много различных фирм. И, как я уже говорила, район у нас в самом центре Алании. Очень классный, спокойный, тихий. Нет многоэтажных зданий, очень много деревьев. Здесь не шумно, небольшой трафик. В общем, очень классно. И пока я вам все это рассказываю, показываю наш район, мы уже практически доехали до нашего дома. Как я говорила в других видео, постепенно вот эти все старые дома сносят. И на их месте строят новые дома. Вот, например, один из ярких примеров здесь был вот такой вот старый дом, как другие. И на его месте уже построили, наверное, гостиницу, скорее всего, потому что комнатки кажутся маленькими. Построили вот такую вот, скорее всего, гостиницу или дом с очень маленькими квартирками. Также у нас здесь есть прачечная, опять кафе, ну и, конечно же, магазин с фруктами и овощами. Когда мы не ходим на рынок, фрукты и овощи мы покупаем вот в этом магазине. Есть у нас здесь мясная лавка, различные сервисные мастерские, ну и, конечно же, банк. Рядом много автобусных остановок. Вот также есть мясная лавка, магазин с детской одеждой, с детскими игрушками и магазин Шок, где мы сейчас будем покупать воду. Мы накупили много всего в магазине. Не забывайте проверять чеки, когда выходите из магазина. И сейчас грузим все на свой мопед и едем домой. Также во всех районах поставили вот такие ящики для сбора старых вещей. Вот так вот возят воду и газ. Вот так вот выглядят наши мусорки. Есть здесь небольшой парк. Маленький парк. Гостиница. Как вы видите, здесь только старые турецкие дома, которым, ну, примерно лет 20, наверное, может быть и больше. Здесь недалеко есть спортивные площадки, детские спортивные центры, разные офисы. И вот так вот выглядит наш дом. Раньше был здесь наш офис, а теперь наш офис в другом месте. Наступил вечер, мы немножко отдохнули. Раз день на неделю. Сейчас 10 часов вечера, и мы идем на пляж. В кафе, где я думаю, что сейчас много народу, звучит живая музыка. И будем пить чай
Чай мычидис. И мед мычидис. Будем пить чай, ну или что-нибудь другое. Поскольку... Да, что-нибудь холодненькое. Сейчас мы вышли уже на улицу Ататюрка, в ресторанах народ отдыхает, и мы идем в кафешку на пляже. Айхан, как дела? Нормально. Нормально? И переходя улицу, мы идем, кстати, в нашу любимую кафешку вот туда. Если хотите, пойдем в чай. А вот туда. Встретили Анну и Сергея из Екатеринбурга, наши подписчики. Слушайте, знаете, как это происходит? Мы сидели дома с Айханом. И не хотели выходить. И Айхан, пошли, не пошли. На мопеде закончился заряд электричества. Придется, говорит, пешком идти, а мы вот там вот живем. Я говорю, ну пойдем, не пойдем. И когда не хочется выходить, обязательно кого-нибудь. Расскажите, откуда вы, как вам, насколько приехали? Ну, мы с Екатеринбурга приехали на 10 дней. Вот. По вашим видео я записал все каждый день рынки. Мы на каждый день рынки ходим определенные. Каждый день Махмудлар тоже ездите? Нет, вот здесь, который местный. Местный, ну, вот, да. Субботний, пятничный, воскрес. А где остановились? На Розелла отель. А, Розелла здесь, да? Да, 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 прямо здесь. Вот. На прокат мы взяли вот здесь где-то, прям вот, ну, мопед. Съездили на те пляжи, где бухта изумрудная. На Зипашу ездили? Да, да, ездили. По видео как мы, раз. Мы, конечно, попу-то отбили, да, но мы доехали. Но зато это приключение. Это вообще классно, да. В Димчай съездили, съездили на... Сегодня Газипаша и Гицеля пляжа. А, супер. Сегодня были на каньоне, который... Сападере. Да, Сападерика, когда, да, вот там вот. Очень понравилось. Слушайте, ну, малоактивные туристы. Да, у нас вот каждый день расписан. Да. Вообще, да, большое спасибо. Слушайте, просто. Молодцы. Так, а вы первый раз в Алании? Да. Да. Первый раз? Турции, да, вообще. И первый, я первый просто ехала, и потом не могла. Новые шлемы есть. Да, конечно, да, все есть. И за сколько вы мопеды снимали? 70 лир в сутки. 70 лир в сутки. Да. Ну это хорошо. Ну, да. 420 там вышло. Ну мы просто дней походили здесь по центральной улице, ну, 85-80. У нас изначально 75 было, но мы до 70 сбили. Нормального качества мопед? Вот изначально он был хороший. Да, сейчас похуже, вот который сейчас вот похуже. Эти с двухфарные. Ну он такие, такой прям. Он резкий, у нас быстрый очень. Не могу. Да, да, они классные. Нам поначалу дали, он по виду больше, покрасивее. А, но он не гнал в гору особо, прям не хватало ему. Этот нам дали, он такой дерзкий, значит, ну, спокойненько на нем катаемся. Спасибо большое. Везде побывали, ну да, супер вообще. Да, мы не брали никаких экскурсий, мы сами везде покатались. Мне кажется, от этого два были. Были, да? Да, да, да. Ну, я поставил у себя на карте точки, и мы по всем точкам, которые были, вот съездили. У нас во вторник с утра улетаем, так что, можно сказать, завтра, послезавтра последний день. Ну как вам понравился такой активный отдых? Да, не, я лично не ожидала, думала, будем так. На пляже сидеть. Да, от столовой так, до пляжа, да, около на пляже только приедем. С утра, пока не жарко. И вот, и рынки это, конечно, открытие вообще классно. То есть в отелях все равно немножко зеленоватые, фрукты не такие вкусные, есть, а там приходишь и просто прям все прям такое. Лайн, рай, и плюс да, у нас что там, три звезды, там особо фруктов нет. У нас арбуз. А у вас все включено? Да. Да. Ну да, три звезды там небольшой. Да, арбуз дают, и вот зато последние здесь два дня сливы дают. А мы набрали персиков, черешни. Вы по путевке ехали? Да. У вас прямой перелет был? Прямой. Да. Вот до Анталии? Да, да, до Анталии. Молодцы. Я прям рада встречать таких подписчиков, которые сами приезжают. Все сами. Берите пример с ребят. Я думаю, что не сидя в отеле, вы на самом деле, побывав первый раз в Алании, увидели Турцию хотя бы чуть-чуть, да? Поездили. Слушайте. Мне мама теперь каждый день пишет: Аня, где фото, где фото? Из сегодняшнего дня. Молодцы, молодцы. Поэтому берите пример с ребят, приезжайте, да? Я думаю, что вы посоветуете да, всем приезжать. Все классно здесь. Все хорошо, дружелюбные турки, реально. Нас даже не обманывают. Вчера. Да, мы стояли, просто вот там были красносмотровой, просто стояли и где-то, там темно как раз, освещения не было, и где-то в метрах двух-трех два турка сидели вот на таких вот постановочках и кушали там что-то, они нам предложили. Они всегда покушать, попить там, да, точно хотите, не-не-не. Очень дружелюбно, все хорошо. Очень комфортно. Да, не ждали. Все равно думали, что чужая страна, я вот не опасаюсь, опасения были, спокойно. Да. Всегда в новую страну как-то вот так вот, да, видишь, да, думаешь, да, все это не...
У нас холодно, у нас 15 градусов, поэтому 15? Здесь намного лучше. Ну, днем у нас 15 бывает, 19 вот сегодня было. Даже дип, поэтому здесь хорошо. Ну, ничего не поделать. Копите на пенсию, покупайте квартиру, складывайте денежки в банк, учите языки. Да, здесь английский, турецкий вполне достаточно. Английско-турецкий, я бы сказала. Вот так вот идет. Английско-турецкий, русский, да. Арабский сейчас тоже. Тоже сложно, да. Да, много уже. Фарси тоже. Потому что так не будет. Китайский тоже сейчас. Но сейчас этот рынок не очень, но его стараются развивать. Поэтому берите пример с ребят, приезжайте в Аланию. Да. А вам спасибо еще раз. Да, за ваше видео. Очень помогли. Я говорю, я каждую эту забил точечку и поехали по этим точечкам. После вот такой вот классной встречи с нашими подписчиками мы пришли на берег моря и сейчас будем пить кофе айс-латте. Чуть позже покажу вам вид на крепость Алани. Вид отсюда просто потрясающий. Вот Айхан. И прямо с того места, где я сижу, открывается вот такой вот потрясающий вид на Аланию, на крепость. И потрясающий звук моря. Очень здорово. Вот так вот народ сидит, отдыхает субботним вечером прямо на берегу моря. Кто-то гуляет. Ой, даже вдалеке дети плавают. Видите, маленькие. Вот там вот. Ну а вид на крепость просто-просто невероятный. Посидев 2 часа в кафешке на берегу моря, мы так классно расслабились. Ой, море действительно лечит, успокаивает. Спокойно, тихо. Ага. Шум волн, запах моря. Да, вид на крепость. Очень классно. Поэтому вы тоже, когда приезжаете в Алани, обязательно выходите на улицу из отеля, гуляйте утром, вечером. В общем, как можно дольше узнавайте Аланию, смотрите, заходите в разные места. Вот такое вот у нас видео сегодня получилось про наш район. В общем, ну, эта кафешка тоже наш район. Такой вот у нас замечательный, классный район. Мы вас всех, конечно же, приглашаем в Аланию. И многие из вас спрашивают про сентябрь и октябрь. В сентябре, в октябре очень классная погода, море теплое. В общем, самое, наверное, прекрасное время, бархатный сезон, поэтому вы тоже приезжайте. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.